Ставропольский край, казачья земля. Здесь родились вы, родился я. Милый край, родной, жизнь прибольная. Родина моя, Новотроицкая. Край, родной, жизнь прибольная. Родина моя, Новотроицкая. Поляна Шуравистана. Слет Саламбача юбилейный 2018. Вот так вот он заселен весь. Сегодня было открытие. Вот я встретил своих друзей. Юрий Григорьев. Казаки станицы Новотроицкой так порешили, что станица должна иметь свое знамя. Ну и скажем так, вот я разыскал Юрия. Он занимается этими вещами. И он сделал знамя для нашей станицы. Ну, сей торжественный момент передачи знамени я хочу на видео заснять, потом сделать это отдельным роликом. Здесь вот его товарищи Юрия, воины-афганцы, приехавшие на слет. Ну что ж, Юрий, показывай, что у нас получилось там. Большим удовольствием. Работа была тяжелая, интересная. Помогай, помогай ему разворачивать. Вот для запятой, Геннадий, как мы с тобой вели дискуссию в интернете, вот для запятой, честно скажу. Юра, у меня мурашки по спине пошли. Это вот лицевая сторона. Подожди, подожди, секунду, секунду, я сейчас... Секунду, секунду, я сейчас... Ну, вот все запятые я покажу. Ой-ой-ой, у меня мурашки, если честно, я глянул. На фотографиях она не такое. Ну, пытался вот... Герб Ставропольского края. Все ярко, красочно. Лошадка какая красивая. Речка Егорлык. Егорлык, да. Слава Богу, что мы казаки. Мы казаки, да. Орел какой. Орел на месте. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, и прекрасно, прекрасно. Сторона. Обратная сторона. Там у нас, как вот сказал Георгий. Георгий Победоносец. За веру, народ и отечество. Вот это, вот. Прекрасно, прекрасно все. О, Юрий, я тебя заобнимаю и расцелую за это. Станица Новотроицкая, у тебя есть свое знамя. Ни у кого такого нету. Поздравляю. Господа казаки, я вас поздравляю. Слава казакам. Поздравляем. Защитникам Отечества. Ну, это как знамя без кисточек. Кисточки на месте. Кисточки на месте. Все прекрасно. Все замечательно. Привет, казакам. Я просто счастлив, привет, что я имею рад, к этому отношение. Я рад, Геннадий, что вот... Это бесподобно. Это бесподобно. Это главная награда для того, кто это... Так, пожалуйста, сверните. А, не, не сворачивайте, я фотографии сделаю и прямо сейчас в интернет выставлю. Юрий, пожалуйста, с какого материала сделано, как сделано? Ну, заказ был бархат, бархат нашел. Это все машинная вышивка, вышивка, вот, подожди тебя. Это вот вышивка с золотыми нитками. Тут размер 120 на 120. Это тоже, это полиэстер, ну, нимб, тоже золото. Ну вот. Мне нравится, что я делаю. Вышел на пенсию. Ну, вот если честно. Говорит, кто-то... По фотографиям я видел, кто-то, но нет, я не думал, что оно такое красивое. Творческая работа, да? Ну, торт мой, занимаюсь. Обращайтесь, если кому что-то, с удовольствием. Вот это ж, я так понимаю, тоже твоя работа. Да, да, это моя. Это замечательно. Это... Сегодня его все заметили, все. Да. Так, сейчас, секунду, я сфотографирую. Так. Юрий, огромная благодарность. Огромная благодарность. Я просто в шоке. Я... Хорошо. Я рад. Так, сейчас сделаем фотографии, я в интернет выставляю. Я поздравляю жителей станицы Новотроицкой. Казаков, всех жителей, саму станицу. Теперь есть знамя станицы. Ура, ура, ура! Ура! Поздравляем! Спасибо, брат, спасибо!
Это действительно праздничный день сегодня. Еще раз повторяю. Какого сегодня августа? 9-го. 9-е открытие слета. 9 августа 2018 года. Ее величество станица Новотроицкая заимела собственное знамя. Ура! Спасибо. Поздравляем. Поздравляем. Что я поделен? Да какая разница? Господа казаки, становись! Равняйсь! Смирно! Для передачи знамени станицы Новотроицкой атаману Новотроицкого казачества Сергею Ивановичу Копякову равнение на средину. Уважаемый Сергей Иванович, как вы знаете, я ездил на слет ветеранов Афганистана в Оренбургскую область, и мне там передали знамя, которое мы заказали для нашей станицы. Я тоже участвовал в этом деле. По просьбе Сергея Ивановича Копякова и вашего общества оказалось так, что мой товарищ сослуживец занимается этими делами, и мы заказали ему знамя. По почте пересылать не стали, его привезли в Оренбургскую область, и там торжественно под видео ветераны Афганистана участвовали при этом, передали мне, где я там сказал речь, кто заказал, что. Сегодня знаменательное событие. Я передаю Сергею Ивановичу это знамя. И наша славная станица сегодня в день 19 августа в Яблочный Спас обрело свое знамя. Передать это знамя нашим казакам, участникам боевых действий, чтобы они его пронесли потом на освящение знамени в храме. Вперед, кто вы останетесь? Давай, выйди на середину. Давай, еще раз. На возможность, я поеду через... А мы и так, и так. Так, смотри, не держи, брось туда. Вот, держи. А теперь развернем металл. Все, я сюда. Встали. Ветеран боевых действий Великой Отечественной войны, которому сегодня исполняется 95 лет. Котлов Борис Николаевич. Давай его за него сами славим. Броди его. Вот так, вот. Участники. Георгием, поверните, видите. Сейчас мы и так его сохраним. Давай. Участники боевых действий, вы сами знаете, это уже, скажем так. Сводскали? Редко. За люди такого возраста. А теперь с другой стороны. Ветераном ты. О, ну сами делаются.
Так, ну давай, завершающий момент. Пожелаем друг другу руки. Пожелаем. Спасибо. Большое вам спасибо. Держите. Ну что, Сергей Иванович? Поздравляю, в лице Сергея Ивановича поздравляю всех вас. Так что для станицы прошло знаменательное событие. Всем вас всех поздравляю. Мы благодарим тебя от всего станичного казачьего общества за участие, за то, что ты принял в разработке знамени, в разработке символов. Вот эти махры сделайте на эту сторону. Все, вот там. Во-во-во. Пошлите туда, а то мы на освещение не попадем. Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляя, освящается плоть и новый воздух, виноград сей, яблоки иные приношения, благодаря Святаго Духа, окропление воды все освященное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляя, освящается плоть. Победу на вся враги окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется, освящается знамение все воинское в крепости утверждения христоименитому воинству и победу на вся враги окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется, освящается хорух знамени все воинцев, крепость и утверждение христоименитого и христолюбивого воинству казачьему воинству и победу на вся враги во краплении воды все священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благослови воинство сие казачье, благодати Святаго Духа, окропление воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благослови казаков, Святаго Духа, окропление воды сие священное, во главе с атаманами, соседями, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благослови казачество сие, воинство казачье, благодати Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Знамя. Хоругви или знамение, знамена. Это символ. Символ мужества, символ доблести, символ верности Господу, отчизне нашей, народу и вере православной.
потому что в этом знамении написано: «Слава Богу, мы казаки». Здесь, в этом знамении, таком красивом, вышитом, прославляется Бог словами: «Слава Господу, слава Богу». Господь показывает за всю историю нашей страны и казачества, что только силой молитвы, с молитвой мы шли и на конях покоряли Ермак, Сибирь, на конях, на лошадях осваивали шестую часть суши. Не ракетами, не тополями, не какими-то там сверхсовременными высокоточными орудиями, а на лошадях. Почему это стало возможным? Все начиналось с молитвы. Только с молитвы. С ее родимой и со строительства храма. Даже походные храмы были. Вот в Рождественске походный храм. Его собирали, переносили, ставили, устраивали, молились, опять собирали, опять переносили. Походные храмы даже были, потому что все начиналось с молитвы. Дай нам Бог никогда не терять желание молиться и возможность молиться. Спасибо, Господи. Сейчас. Ставропольский край, казачья земля, здесь родились вы, родился я. Милый край, родной и жизнь привольная, родина моя, Новотроицкая. Родина моя, Новотроицкая. Предки наши здесь начинали жить, и станицы шли России служить. Шли без страха в бой за землю русскую, родину мою, Новотроицкую. Бой за землю русскую, родину мою, Новотроицкую. Бога верили, молились в церквях, старших почитали, пахали поля. Вели казаки прожить вольную и за родину Новотроицкую. Казаки, прожище больную, и за родину Новотроицкую. Прадед наш казак при царе служил, и кресты героя на груди носил. Добрый конь под ним, шашка острая, родина моя, Новотроицкая. Под ним и шашка острая, родина моя, Новотроицкая. Пройдусь по станице, улице родной, здесь влюблялись предки, здесь мой дом родной. Цветут терна ветки, полынь горькая, родина моя, Новотроицкая. Ветки полынь горькая, родина моя, Новотроицкая. Расцветай, мой край, хлебный край родной, казаков героев помнит край степной. Расцветай, станица хлебосольная, родина моя, Новотроицкая. Расцветай, станица хлебосольная, родина моя, Новотроицкая.